очень много вопросов поступает по поводу обработки препаратом атлет или ЦЦ. Ну, то есть можете тем обрабатывать. И вот хочу показать на примере рассады. Эта рассада не поливалась. Вы видите, она отличается по цвету, по высоте, по ботве. Вот от этой, которая была обработана под корень. По толщине, смотрите, какой у этой толстый стебель и у этой рассады. Давайте вынем и сравним. Вот, это обработанная рассада, а это нет. Цвет у этой рассады очень такой темный, насыщенный, а это светлая, тоненькая, хиленькая. Но корневая система, смотрите, кажется и у той, и у этой неплохая. Но ей еще расти неделю, стоять в стакане в этом маленьком. Посеяны они одновременно. 1 апреля мы их сеяли. И сейчас перейдем в балаган и покажу вам, как выглядит, когда они уже в большом возрасте, мы их уже подвязали. Пойдемте перейдем. Вот эта часть у нас посажена необработанным ЦЦ препаратом. Вы видите, кусты высокие. Сама листва светлая. Листики не обожженные, потому что они не обрабатывались, еще раз повторяю, этим препаратом. Есть цветы, но не очень большие. Вот так вот выглядит. Обратите внимание на цвет ботвы. Сейчас перейдем. Так, и обратите внимание, это уже мы обрабатывали ЦЦ. У него цвет ботвы другой, потемнее. Смотрите, кисти цветочные чуть больше размером, пасынков больше, чем на тех кустах. То есть у них идет быстрее развитие. Вот посмотрите на этот куст. Здесь какой пасынок, какая цветочная кисть. Да, листья немножко обожженные, но уже макушка, она идет целая. Мы в дальнейшем все это обрежем, и куст будет великолепно смотреться. Поэтому не бойтесь обрабатывать ЦЦ или атлетом. Само слово атлет даже говорит, что это что-то сильное, мощное, спортивное. То есть разница колоссальная у растений. Корневая система развивается намного быстрее. Ну, внешний вид чуть-чуть, конечно, не очень красивый, но в дальнейшем это будет замечательное, мощное растение. Если будут возникать какие-нибудь вопросы, обязательно пишите в комментарии. Будем стараться снять либо видео, либо отвечать просто письменно. Сердечно благодарю за просмотры, за лайки. Всех благ вам!